Всем привет, с вами Рейвен, и сегодня мы продолжим проходить игру под названием GTA 5. Нет, я здесь не выйду, да? Почему так сложно? Почему нет нормального выхода? Так, такси нужно. I need a cab as soon as possible. Stay where you are. I got a driver right around the corner. Thank you. Nah. Оп. Быстро. Так. Сесть. Довези-ка меня в одно местечко. Hey, my man, where you going? Chamberlain Hill. I'll get Стой. To there fast, buddy. Чё? Во. Hey, hold on a minute. New plan. Благодарю. Сколько он мне снял-то? Тысяч 10? Или долларов 200? Штанишки промокли. О, тоже выносливый 100%. Нужно было под конец угнать это такси. Так, наверное, не сюда надо забраться. Ну или нет? Ох. 36, 69, 70. Stop looking at my ass. Я знаю. Никто не хочет с ней бегать. Куда плавать, какая разница? Я просто хотел поддержать разговор, я занимаюсь триатлоном. Зачем вообще он сюда пришел? Пошел ты. Тебе нужна модель, домохозяйка. Знаешь что? Пошла ты. Давай, я уделаю тебя, обещаю. Я уверена, что тебе нравится. Блин. Переплывите за мной. Признайся, ты ведь пялился на меня. На пляже. Ты что? Ты это серьезно? Я даже не устала. А вообще, тем более, у меня выносливость на 100% прокачана. Беги! Деревенщина. Это еще не все.
Нет, на великах-то я не помню, как гонять. Так, хорошо, я все посмотрел. Надо было с самого начала так сделать. Только еще я с горы на велике спускался. Ведь если она меня сделает, то мне придется все это сначала проходить. Это не короткая трасса. Я просто надеюсь, что он отдохнул, пока садился на этот велик. Тихо, давай сбей. You out of your fucking mind? The first I knew about this was seeing your skin. Чёрт. Я и так удачно приземлился. I said you were checking me out. Да и выносливости вроде как не хватило. Дальше мы будем бежать просто, да? Это ведь не финиш. Или финиш. Нет, блин! Я отвлекся. Отвернулся в этот момент. В результате потерял секунды две. You're making no sense right now. Давай, держись. Пусть это конец. Нет, значит, вокруг придется бежать. Видели тут собачку? It went down the beach, I think. Надеюсь, что это прям финиш. Great, you won. Ну здорово, ты победил. Будешь хвастаться? Look, we both Слушай, главное, чтобы мы оба живы. Главное ведь не победа, а участие, да? Нет, главное только победа. Ладно, мне надо заниматься. Я жирная неудачница. Знаешь, тебе срочно надо успокоиться. Так, я надеюсь, он ближе находится к этому заданию. Ну нельзя побыстрее как-нибудь там. Замерзкий. Да я не хочу в трусах ходить. Ох. Да ну беги. Инвалид, блин, первой группы. Без надежды. Штанишки есть. Ну, костюмы. Не, ну ему явно не светлый. Какой-нибудь такой. Хотя как пижон теперь.
Patricia. Patricia. Mrs. Madrazo. Trevor. Trevor, я скучаю по тебе и по всем вам, ребята. All you boys. Я тоже скучаю, ребята. За них я говорить не могу. You're such good friends. Вы хорошие друзья. Все не так просто, вообще-то мы с Майклом не разговариваем. Старую дружбу так просто не разрушить. Hey, how are you? А как ты? Мартин заботится о тебе? Он здесь, мне пора. Как клоун выглядел, чем в трусах бегал. Как дела, Лама? Я сейчас команду, братан. Team? I don't do teams. Devin Weston's car still in team? The one Frank's running. Oh, yeah, that one. Hey, look, I boosted the ride. I'm about to meet your boy Franklin, and I need your ass to pick up the Packer, meet us outside the garage, and we taking these motherfuckers up to Melito Bank. All right, buddy. Fine. That's a long trip. Так, ехать не так уж далеко. Ну чё, нигер? Это последняя пятая тачка. The boost, homie. How'd it go? Any problem? You know me, fool. Не знаешь? Yeah, I do know you, fool. Ну да, я тебя знаю. So what you think? Чего тогда думаешь, все шкала? Думаю, здесь пятна крови, дырки от пули и прочее. Твою же мать, я уже не любитель, а профессионал. Как ты и твои старки. Ну рассказывай. Я видел тачку, я ее взял, вот и все. Никакой охраны, кто не сказал, что это тащий мудак для бурной тачки? Ничего подобного. Это меня пугает, что это здесь не то. Расслабься. Это реально подстава какая-то. Line it up on the carrier, homie. Возьми его, грузовик. That's teamwork, motherfucker. Boss man. Если босс доволен, то можно ехать. And this old bust ass nigga ain't no boss. Enough, nigga. Get your ass in the truck. Let's go. Sonora Freeway. Pass Paleto Bay. Эй, это уютно. Конечно, скоро шагаем для беседы. Поднимемся к безумному чуваку. Вот он идет вонять, двигай сюда и кусаешь. Нам далеко ехать? О, да, это действительно далеко, издевайтесь. Я только сейчас посмотрел расстояние, это же жесть. Не доеду. Наверняка кто-нибудь преследует меня. Или просто моя машина не выдержит все это и взорвется. Майкл, эти крипинг дни закончены. Ну, что ты имеешь? Он перестал мутить, больше не мутит. Типа ушел на покой и завязал мутить. Совсем завязал. Забавно, ведь Фрэнк об этом не говорил. Честно сказать, я его даже не знаю, но судя по нашим общим знакомым, я бы с удовольствием побывал на его отвальной вечеринке. Не было никакой вечеринки, никакой вечеринки. Я использую термин «завязал». Кореш для чувака, который убивает чуваков, ест чуваков.
Что-то больно сложно выражаешься. Мне кажется, из чего того, что ты несешь бред, что занимаешь... Да блин, я отвлекаюсь. А Фрэнк об этом знает? А он заснул, что ли, в машине? Твою мать. Да, но знаешь, он был не таким хорошим парнем, каким хотел казаться. Ага, убийца был лжец, и притом нервный. А да, лжец, прежде всего, подлый лжец. Кореш, ты словно... Он меня обманул. Блин, я... Проворот. Проворот, блин, поворот проморгал. Man, the first time's always special. I hope he's gentle with you. Enough of that! And enough about me fucking. I don't do that. As a rule. Maybe when I got to LS, I was a little overwhelmed by the place. I got a little out of control. But that ain't who I am. But the Michael fucks you. Yeah. Да, Майкл меня принял. А еще он принял Брэда и сбежал с ФРБ. Брэд. Вот еще что еще закроем. Брэд тогда был с нами. И Майкл его убил. Майкл пострелил так, чтобы его убили. Когда Майкл закосил под мёртв, на самом деле умер Брэд. Я думал, что... И теперь Майкл мёртв, все в порядке. Я же сказал, что в данный момент состояние Майкла не определено. Но если бы он был мёртв, ты просил ему того чувака, Брэда. Конечно. Я думал, что вы с Майклом не разлили вода. И я так думаю. Ну ладно, все с вами ясно. Я даже половины не проехал. Одинокая дорога, а? Одинокая даже, не знаю, нет, не очень дорога. Это дорога чувства одиночества и незнакомая. Дальнобойщики уходят в рейс, чтобы свести концы с концами. Мне не надо сводить концы с концами, мне нужно зашивить бабла. Да, рано или поздно нам заплатят, но важен не только этот момент. А это то, что перед ним. Франклин спит здесь только мы с тобой. Что ты пытаешься сказать? Хочешь, чтобы... Нет, боже, нет, конечно, нет, разве что. Да ты извращенец. Просто хочу дружеских отношений. Дружеских отношений, ага, конечно. Просто дальнобойщики — это символ страны, часть ее мифологии, наряду с ковбоями, гангстерами, братьяками. Дальнобойщики — это самый сексуальный символ, если не считать бродяг. Может, наравне с бродягами. Свобода, одинокие странники в ночи. Знаешь, чем занимаются дальнобойщики? Режут на части женщин и просят других чуваков. Придернуть. Если не считать того, что ты... В этом нет ничего постыдного. Да, если ты хочешь работать бесплатно и не общаться с людьми. Деньги. Так, ладно, я вижу это для тебя по-прежнему. Вот теперь я проехал плей. Сном праведника. Значит, он тут главный, ты работаешь на него? Он типа номинальный руководитель, марионетка, если угодно. Repulsive, but well, once he's paid us, he can be whatever we want him to be. Какие веревки? Я хочу, чтобы он понял, все деньги мира не спасут его от мужика, который его говном не ставит. Я бы с удовольствием на это посмотрел. Так расскажи мне, как вы познакомились. Нас познакомил Майкл, мы с Фрэнком, мы вращаемся в одних и тех же кругах. Не. Я про этого мутил, про Майкла Ха, не знаю. Не знаешь. Извини, но я не хочу делиться воспоминаниями. Раны еще не зажили. Такая нежная сучка, да? А где твоя мохнатка? Что у тебя там? Отвали. Что за херня? Проснись, мудила. Так, у меня идея, езжай дальше, я возьму на фаршированный и избавлюсь от хвоста. Ну долго он там еще?
Так, не виляй. Все подумайте о Франклине. Ну, я еду прямо. You brought the cops right to us, dawg! Maybe you should have done the boost, Mr. CEO. Now get on the shit! Get him off us! It's Franklin. Franklin Clinton. Mr. Clinton, sure. For the record, this falls under attorney-client privilege. We got that shipment, you know? Cops was all over it, but we lost it. Where exactly you at? Procopio truck stop. Get here soon. Hey, I'ma speak to the legal counsel woman. Get us paid. Yeah, I heard about that CEO pay shit. Just make sure it's fair salary for the workforce, motherfucker. Yeah, what he said. You taken care of. Head back to town. Hello, Franklin. Yeah, where Devin at? Somewhere meditating or ripping somebody off? In light of the drama your efforts caused, we felt it was not perhaps the best idea for you two to be seen together for a while. Where's the money? Mr. Weston is one of the most brilliant investors the world has ever known. He's obviously a maverick, but he's also rigorous in his research. Yeah, he may be brilliant. Look, let me be the first to tell you. He ain't gonna fall in love with your ass. Now where the fuck is my money? The best thing that could have happened to you in the situation has happened. He is going to hold your money, invest it in his Alpha Fund, and make the funds available to you at a time as the transfer will not induce any undue attention. Which is a polite way of saying I'm getting robbed? Are you fucking kidding me? That is a short-sighted and frankly immature way of seeing things, Mr. Clinton. Let's go. I boost cars and pop motherfuckers. Maturity is not really my fucking thing.